Нашу планету покрывали леса из гигантских деревьев и высоких папоротников. Было много рек, озер, болот. Но не было ни зверей, ни птиц, ни людей. В этом царстве растений жили черепахи, ящерицы, пауки, громадные стрекозы. Но хозяевами земли были динозавры. Динозавры были и огромного, и маленького размера. Самым настоящим гигантом был брахиозавр. Его рост превышал 4-этажный современный дом. Одним из самых маленьких является компсогнат, длина которого вместе с хвостом составляла всего 90 сантиметров. Некоторые динозавры питались травой, некоторые – мясом. В лесах паслись стада трицераптосов. Это трехрогие динозавры. Рогами они оборонялись от врагов. Самая длинная шея у мименчезавра – 12 метров. Эти динозавры могли объедать верхушки деревьев, несмотря на то, что тело у них было низкое. А у диплодока был самый длинный хвост, похожий на кнут. Этот хвост иногда становился грозным оружием для его врагов. Тираннозавра узнать легко. У него могучая голова, сильные и очень зубастые челюсти. Зубы могли меняться и расти всю жизнь и достигали в длину 30 сантиметров. Но даже тираннозавры должны были бояться страшного и огромного тарбозавра. Динозавры рождались из яйца. Самое крупное найденное яйцо динозавра было величиной с мяч для регби. Это птеродактиль. Хоть они и умели летать, они не стали предками птиц или летающих мышей. Всего к настоящему времени описано более 1000 видов динозавров со всех континентов. Это составляет менее трети всех когда-то обитавших на Земле. Многие еще просто не найдены, и ежегодно список пополняется новыми находками. Динозавры довольно долго были доминирующим видом на Земле, около 160 миллионов лет. В этот период исчезали и появлялись новые виды. Они эволюционировали, приспосабливались к изменениям климата и смогли пережить несколько массовых вымираний, пока не случилось нечто, что привело к постепенной и окончательной их гибели.